сейчас встречайте нашего с вами земляка Денис Лебедев! Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам. Даже сердце синева затерялось, разлилась своим заманчивым светом. Даже сердце синева затерялось, разливать своим заманчивым цветом. За дуралевым бортом шум мотора, синева лежит на крыльях, как краска. И не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная пыль, а не сказка. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная пыль, а не сказка. Помню в детстве на коврах самолета неизвестные открыли маршруты. А теперь нашлась на небе работа, синевою наполнять парашюты. А теперь нашлась на небе работа, синевою наполнять парашюты. Расплескалась синева, расплескалась, по метлицам разлилась, по поворотам. Наша жизнь продолжалась по суровым, по бессонным законам. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась по гвардейским, по бессонным законам. Итак, объявляем официальное взвешивание. Влад, ну нельзя, мы не снимем ничего. Ну мы в сторонку его били, ну как так можно-то? Денис Лебедев, 89 килограммов, 800 граммов. Денис, Денис, постой, постань на эту самую. Да, хорошо, еще. Стой! Ну стой, куда? Виктор Петрович, дайте же вас сфотографировать. Константин, Виктор Петрович, можно?
Ну, а я фотограф, понимаешь? Вот там было. Ой-я. Итак, Джеймс Тони, 90 килограммов, 400 граммов. Но мы же ничего не трогаем. Лейман! Скоро! Итак, ваши аплодисменты, дамы и господа. А я также хотел бы сказать, что супервайзером этого поединка является президент Федерации профессионального бокса России Агеев Виктор Петрович. Ваши аплодисменты. Нет, 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 нет.